В этом году исполняется 800 лет со дня основания Улуса Джучи. В этой связи в стране стартовала республиканская экспедиция «Талас Улутау Сарайшек». Команда в составе квалифицированных археологов и историков, исследователей и ученых изучают достопримечательности каждого региона. В этот раз они посетили Актюбинскую область. Члены экспедиции осмотрели экспонаты местного краеведческого музея. Далее они посетят Улутаускую область. Здесь ученые также исследуют исторические и священные места.